Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища». Так, ну что же, пойдемте. Секунду, я хотел зайти в подвал, взять зомби. Так, зомби, где у меня он валяется? Я знаю, что он где-то у меня есть. Так, мы, короче, берем с вами этого зомбаря и отнесем к нашей таверне, чтобы он был зазывалой. По крайней мере, нас так попросили сделать. Я ведь знаю, что где-то здесь он у меня лежит. Свеженький, как говорится, приготовленный. Вот он, на боковушечке лежит. Так, и у нас, по-моему, да. А, нет, ребят, это просто обычное тело. Да? Да, это просто тело. Я думал, что у меня зомбарь там лежит. Так, ну что, роднуля, все, вставай. И с вами быстренько телепортируемся. Использовать к себе в таверну. Так. А ну-ка, давайте посмотрим, как это дело будет выглядеть. Так, поставить перед входом, короче, зомби. Бар, он держит вывеску, да, и стрелочка показывает, что, типа, заходите. Это если у нас зазывало. Так, да отойди ты отсюда, пожалуйста, а. Так, а зазывали. У нашей таверны теперь лучший зазывало в мире. Как и ты, он нежить. Хороший выбор, нежить — самые надежные помощники. И все? Ладно, ребят, предположим, сколько мы с вами заработали. 39,5 серебра. Отлично. Так, я, по-моему, еще взял немножко с собой бухары. Так что давайте поставим, наверное, все это вот сюда. Так, пивасик. И медовуха у меня. Так, и крепкий алкоголь. Кстати, нам нужно будет очень много алкоголя. Крепкого, потому что он расходится, как пирожки горячие, да? Так, больше у нас, больше пока ничего нету. Так, отдать нож легионера, отдать медальон. Мне нужна отмычка. Слушай, для того, чтобы получить отмычку, мы что с вами должны сделать? Мы должны принести приглашение. Приглашение находится у нас у смотрителя маяка. Так, вроде бы, да? Для того, чтобы смотритель отдал нам его, мы должны устроить для него фестиваль. Для этого нам нужно с вами 2 звезды и 10 листовок. Комедийный стендап. Соответственно, нам нужно очень много делать алкоголя. Крепкого. Потому что после этого только будет подниматься репутация. Ведь так? Должно именно так быть. Ну что, я думаю, нам нужно вернуться с вами домой и заняться тем, чтобы получилось очень много алкоголя. Я могу телепортнуться? Нет, еще пока не могу. Сделаем кучу алкоголя мы с вами. Естественно, его продадим. Репутация нашего заведения будет расти. Хотя, может быть, нам посмотреть видосик именно про медальон кинжал. Я думаю, ничего страшного не будет в этом, да? А что это тут, ребят, смотрите, стоят? Что это они тут тусуются? И, конечно же, нам нужно будет еще потом сделать так, чтобы Шармель пела у нас. Так, у меня есть вопросы. Вопросов больше нет. Ну, согласитесь, у Харадрика заведение в разы больше и круче, чем у меня какая-то забегаловка. Но я думаю, что мы рано или поздно его переплюнем. Хотелось бы мне в это верить. Так, может быть, поговорите нам с этим, с мельником? У мельника же, да, отмычка-то? Я так устал без работы. Да, устал ты без работы. А мне-то что-то, блин, ребят, что-то подфризивает игруля с какого-то вдруг перепуга. Так, свеженький трупец нам завезли. Мы, кстати, можем с вами сейчас сделать его в зомби. Видите, да? Шармель готова петь. Но у нас не хватает звездочек для того, чтобы провести этот конкурс замечательный. И это меня немножко расстраивает. Хотелось бы, на самом деле, чтобы она у меня спела. Репутация моего заведения улучшилась бы, потому что я больше чем уверен, ей бы понравилось выступать у меня, и она бы больше не брала деньги и просто приходила бы, и мы бы с вами на халяву имели бы певицу у себя. Так, ложим сюда и воскресим еще одного с вами зомби. Пускай валяется. А я могу его, интересно, вот сюда положить? Или вот сюда? Да, ребят, лежит. А вот этот вот трупец я, пожалуй, сожгу. Почему я сейчас сжигаю, ребята? Можно их, конечно, препарировать, да, но
У меня очень много всяких тут. И костей, и черепов, и кожи, и всего хватает. Поэтому мне выгоднее их просто сжигать. И кладбище я тоже не хочу расширять. Так, ну что, займемся с вами, наверное, крепким алкоголем. Для того, чтобы нам заняться им, нам нужно собрать яблочки. И, кстати, это все будет довольно не быстро. Очень не быстро. Так, забираем вот эти вот все яблочки. Так, и, конечно же, нам нужны будут ягоды. Все это мы с вами перерабатываем в брагу. После этого будем делать уже довольно крепкие напитки. Но, опять же, повторюсь, ребят, на это все понадобится время. Давай здесь заберем. И здесь. Надеюсь, на что-нибудь у нас все-таки хватит. Так, давай посмотрим. Давай посмотрим, что мы можем с вами сделать. Так, это совсем не то. Так, ну, пресс, елки-палки. Раз, два, три, ну, по полной программе, да, с вами будем давить. Энергия пока есть. Ведро яблочного сока мы с вами получаем. Потом это все должно у нас в бражечку пойти, да? Так, давай. Додавили. Так, здесь у нас сколько? Ать, двух ягодок не хватает, чтобы еще одно, ребята, ведро ягодного сока сделать. Хорошо, сделаем пока одно. Чтобы сделать виноград, нам нужен виноград. Чтобы сделать, я имею в виду, ведро виноградного сока. Так, что у нас дальше идет по сценарию? Вот здесь, да? Яблочная брага. Что-то как-то у нас, ребята, не особо хорошо выходит все. Ладно, пускай делается брага. А здесь, у нас потом пойдет крепкий алкоголь. Ух ты, мы можем настойку, но я думаю, что не стоит этого делать. Крепкий алкоголь плюс красный гриб. Крепкий алкоголь можно также делать из красного вина. Кстати, у нас вино с вами где-нибудь есть в закромах или нету? Давай проверим. Так, у нас здесь кружка пива. Забираем. Здесь у нас ягодная брага. Заберем, пригодится. Так, это у нас не то. Виноград есть. Слушай, по-моему, мы можем с вами немножечко соку, да, надавить из него. По-моему, так, давай проверим. Да ёпросты, ну что ты там. Виноград. Да ёпросты, нужно 15. Пока нехватка, причем большая. С пивасиком у нас тоже, да, с вами? Хотя с пивасиком все отлично, ребят. Можем вот здесь заказать. Создадим. Так, я, по-моему, видел, что вот здесь водички не хватает, да? Как всегда, не хватает воды. Естественно, ребят, вода где-то у меня вот тут должна, по-моему, лежать. Че, я всю воду, что ли, потратил? По ходу дела, да, я всю воду потратил. Давай сходим на колодец. На колодце наберем воды. Возьму тогда вот побольше уже, чтобы не бегать сюда лишний раз. Ну, так. Е, взять. Ну все, я думаю, этого достаточно. Даже перебор небольшой. Так, заодно посмотрим, что у нас вот в этих, ребята, сундуках лежит. Может быть, где-нибудь какая-нибудь, знаете, ягодка завалена. Вот, видите, например, ведро виноградного сока лежит. Я его думаю, что надо будет взять. Да? И куда-нибудь в дело его пустить. Ну-ка. Забираю. Так, это у нас ведро чистой воды. Это вода нам не нужна. Так, здесь у нас что? Посмотрим. Опять же водичка, ведро крови. Господи, кто бы видел, что у меня тут лежит ведро крови еще. Так, здесь ничего абсолютно нету хорошего. Так, это эликсир энергии. Нам он не понадобится. Тут у нас еще и дубильная жидкость. Все разбросано в хаотичном порядке. На самом деле здесь нужно, ребят, порядок давным-давно наводить. Смотрите, у нас здесь еще ведро виноградного сока.
Только разная звездность. То есть здесь бронза, вот здесь бронза, а это серебро. Давай, наверное, мы с вами освободим местечко и заберем эти ведра. Я лучше их поставлю к себе туда. Подожди, не ту нажал. Поставлю их к себе туда, чтобы они у меня лежали в подвале. Все. То набираешь воду, то потом ее опять уничтожаешь. Что же за дела? Кстати, вот эту вот бесконечную тетрадь можно тоже, ребята, использовать. Нам дадут очень много зеленых этих, ну, фишек, короче. Так, ладно, погнали. Погнали обратно в подвал. Может быть, даже что-нибудь там уже сделалось за это время. Да ладно, что, ничего вообще не сделалось, что ли? Тут медленно, медленно, медленно все делается. Очень медленно. Так, что мы можем с вами сделать? Создать. А если повысить качество? Вот так вот. А чего не хватает? А, ребят, не хватает топлива. Топить дровами, топить углем. Топить палками. Так, исследование не завершено. Место для рубки. То есть мы с вами должны прийти сюда с дровами теперь. Ну, для начала, естественно, выложим вот это все. Да, ребят, не спорю, сейчас вот будет такая вот ерунда. Туда-сюда сбегай, принеси. Ну, в этом, в принципе, вся игра заключается на самом деле. Она и заключается в том, что ты тут будешь бегать как прокаженный туда-сюда. Где у нас... Это не то. Создать чурбан, доска. Погоди-ка. А место для рубки? Здесь, что ли? Да, вот дрова. Угу. Сколько нам тут сделать дровишек-то? Я не знаю. Ну, давай вот так вот, наверное. Хватит нам этого. Как думаешь? По тридцаточке будем зарабатывать. А, нет. Нет, ребята. По 15 получается, да? У нас идет прибавка. Что? Ага, понял я тебя, парень. У нас закончилась энергия. Поедаем ягоды. А раньше я делал себе вино специально для того, чтобы у меня было все нормально. Со здоровьем, с энергией. Так, 90 дровишек. Что ты сделаешь для того, чтобы, ребята, сварганить добрую порцию пивка? Или медовушки, или крепкого алкоголя. Что-то они вот они ходят, ребята, просто так. Они даже ничего не таскают. Смотри, прибежали, целая куча их бежит. Куда это он ко мне? Куда это он ко мне домой там пошел? Эй, зомби, я что-то не понял. Я не врубился, с какого вдруг перепуга он, ребят, ко мне домой рванул. С чего это вдруг? Так, ну что, кемарнем для того, чтобы нам восстановить полностью всю энергию. Еще один трупец привезли. Так, ну что, ребят, сейчас мы с вами как раз ночью проснемся и будем заниматься своими темными делишками. Идет сохранение. Кто-то спрашивал, кстати, из подписчиков, как в этой игре сохраняться, ребят. Когда ваш персонаж спит, тогда он и восстанавливает здоровье. Тогда у него и сохраняется. Так, что у нас тут? Создать. Давай мы с вами дровишек закинем в топку до предела, да? Вот. Кружечка пивка сделалась. И давай-ка мы с тобой... Погоди, что ты... Вот что ты мне сейчас в данный момент втираешь? Что? Что тебе не хватает дров, углей? Хорошо, давай закинем тогда сюда. Теперь-то как? Все будет хватать? Все, теперь, ребят, хватает. Начинает мне тут, понимаешь, капризничать. Вот, создаем. Блин, зачем мне медовуха? Ладно, фиг с ним, пускай будет медовуха. Хорошо. Пускай будет медовуха. Ага, тут опять у нас с водой проблема. Как меня вот это вот достало, серьезно говорю. С этой водицей постоянно какая-то проблема. С водой проблема. Так, надо нам, наверное, немножко дровишек-то выложить. Что-то, по-моему, перебор. Ну и воду добрать. Так, давай. Все, 50 воды. Это максимальное количество, которое может у нас в одном стаке таскать. Ну, давай вот здесь. Не будем там далеко ходить.
Заварганим с вами пивасик. Ага. Могу только серебряное пивко сделать. Хорошо, пускай будет серебряное. Здесь. Господи, опять вода. Опять вода нужна. Слушай-ка, мы с вами же получили брагу. Мы теперь можем с вами гнать алкоголь. Вот так вот. Четыре всего лишь бутылки. Но этого мало на самом деле. Четыре бутылки алкоголя — это вообще ни о чем. В идеале нам, ребята, нужно с вами заняться винишком. Но для этого нам нужен виноград. Либо ягоды, да? Ну, виноград нам нужен. Если мы хотим вино гнать, нам нужен виноград. После этого мы вот это все смешиваем, и у нас, ребята, получится 20 бутылок прекрасного вина. Так, подожди-ка, мы с вами случайно не выкладывали здесь? Вот. Так. Дай-ка я дровишки, наверное, пока выложу. А вот это вот все прихвачу. Так, по-моему, мы можем с вами сейчас что-то замутить. Да ладно тебе, ведро виноградного сока. У меня что, нету, что ли? А что я подобрал? Так, вино. А, ведро виноградного сока. Так, подожди, а... Ну ведь есть же. Вот. Во. Отличненько, создадим. Что, всего лишь одна бутылка? Ну, 20 бутылок здесь выйдет, да? А ну-ка, давай посмотрим, может быть, что-нибудь еще я такая замутить можем. Нет, не хватает. Не хватает совсем чуть-чуть. Мастер вина. То есть я могу предложить вам такую вещь. Сходить к себе на виноградники. Естественно, вначале здесь все выложить, чтобы у нас, как говорится, было место в инвентаре. Виноград вот этот вот выкладываем весь вместе с ягодами, вместе с ведрами. Так, яблочная брага, хотел сказать. Ведра вот эти все выкладываем, да? И отправляемся на наш виноградник. Так, если я не ошибаюсь, у меня там виноград уже должен, по идее, подоспеть. Дрова ко мне прицепились, елки-палки. Давай отсюда глянем. Ну что, я вижу там, да, там все хорошо. Зомби там стоит на стреме. Кстати, я поставил себе зомби, который будет, ребят, смотреть за моими виноградниками. И поставил как раз ему... Вот, вот, кстати, здесь нужно ягодки тоже забрать. Так. Ягодные кусты все с вами обшмонаем. Там морковка, лук, это все хорошо. Это у нас для супчика пойдет в дальнейшем. Так, а сейчас мы займемся с вами виноградниками. Что-то соберем, что-то еще посадим. Потому что зерна у нас есть. Ну, должны будут. Так, это хмель. Хмель. Так, зомби, я не понял, подожди-ка. Ладно, чуть-чуть попозже. Я думал, что он у меня занимается виноградом. Ага, занимается. Он стоит и... прозябает на самом деле, потому что я ему, видимо, не дал семян, по ходу дела, да? На виноград. Ну что же, давайте собирать наш урожай. Так. Именно будем виноград собирать. Хмель пока нам не нужен. А может быть и нужен, если мы будем с вами пивасик делать, конечно, нужен. Все, да? Давай-ка теперь посмотрим, что у нас есть. 10-10, так, семена есть, поэтому давай-ка мы вот этого зомби немножечко с вами задать. Да что ты будешь делать-то, а? Не хватает нам, и все. И хоть ты тут что делай, ребят, не хватает. Ладно, пускай займется хмелем. Ну а что поделаешь, пускай хмель сажает. С виноградом, да, ребята, какая-то проблема у нас на самом деле. Нам нужно будет... Так, семена хмеля, семена винограда. 15, да, нужно, то есть мне вообще не хватает. Просто не хватает. Ни на что. Значит, нам придется с вами навестить торгаша и купить у него семена. Другого варианта я пока не вижу. Ну, давай тогда хмель соберем. Будем пивасик делать, раз с винишком нас пока ребята кинули. Будем тогда так делать.
Ботвы всякой насобирал. Так, главное, ботва собирается, да? А семена остаются. Зачем мне это нужно? Создать каркас для лозы. Так, посадить. Сажаем, ребята, опять же, хмель. Собираем и сажаем. Так. А почему это не забирается? Не хватает, да? 4 нужно. Все, я понял. Так, давай выкинем отсюда вот эту вот ерунду. Все, и семена хмеля тоже пока выложим. Кстати, доски вот эти тоже надо выложить. Зачем они мне? Они мне здесь сейчас в данный момент вообще не нужны. Собирай, собирай хмель-то. Че ты стоишь-то? Лыбишься? Лыбится он мне там. Ну, возьмем тогда, наделаем с вами кучу-кучу целую пиваса и пойдем в таверну будем, ребята, барыжить именно пивом. С вином очень много, ребята, заморочек. Ну, вот серьезно. Я не понимаю, раньше игра не подлагивалась. Какого, блин, перепуга она начинает подфризивать? Что такое? Я таких раньше проблем не замечал. Серьезно говорю. Так, выкладываем, что мы выложим-то? Виноград я отнесу туда. Ага, вот, компост. Он нам тут не нужен. Так, ну и давай, наверное, приступим к посадке. Так, здесь тоже посадить. Давай, все, сажать. Если вы хотите, ребят, нормальное, качественное, как говорится, чтобы у тебя все росло, лучше применять компост. Я вам серьезно говорю. С компостом и быстрее, во-первых, урожай будет у вас появляться. Так. И, если не ошибаюсь, звездность тоже, по-моему, влияет. Так. Все. Причем вот этот вот парень, он как-то должен все мне это доставлять дело. Но почему-то он не доставляет. Предметы для трансплантировки. Раскладывается на... Все понятно. Забрать... Нет, зомби я забирать не буду. Почему-то он не работает. Я не знаю, почему. Товары как-то должны ко мне поступать, верно? Верно. Но он этим делом не занимается. Не пойму, почему. Так, ну что, пойдемте, наверное, с вами замутим еще пару партий, наверное, пивасика, да? И пойдем посмотрим заодно, какая там у нас репутация в нашей таверне. Может быть, уже 2 звезды накопили, и тогда сделаем комик-шоу, да, в нашей таверне. Чтобы всем было хорошо, чтобы всем было весело и радостно. Так, водички. Водички мы заберем с вами. Не надо мне так. Давай просто обычно вот так вот. По капельке, по капельке. Все, 120 воды взяли. Думаю, на пару заварок нам хватит. На пару заварочек нам хватит. Тут уже как раз что-то созрело. Так, создаем. Давай посмотрим, сможем ли мы качественный. Можем. Давай, делай. Так, тут у нас, ребята, и алкоголь, и брашка подоспела. Так, здесь сможем. Качественный, да, ребята. 100% золотой выйдет у нас пивасик. Так, здесь у нас что-нибудь есть, контакт. Крепкий алкоголь. И здесь можем медовушку с вами, наверное, замутить хорошую, да? Во. Погоди, что опять? Не хватает. Не хватает хмеля, ладно. Так. Дальше-то что? Посмотрим, сможем ли мы с вами тут надавить винца. Точнее, виноградного сока. Можем. Можем. Так, да что ты будешь делать? Вот ему надо обязательно. Все как-то у меня, ребят, стоит в кучу. Очень неудобно. Так, получил. Не хватает яблок, не хватает у нас ягод, и опять же не хватает винограда. Здесь то же самое. Все понятно. Так, тут доделывается. А этот-то у меня ханорик. Что стоит так просто? Просто. Теперь нам не хватает, опять же, пшеницы. И вот так вот всегда, ребят. Чего-нибудь тебе да не хватит. Кстати, вот этот виноградик я заберу. И золотой тоже заберу. Так, выкладываем, наверное, что с вами? С гвоздями с этими бегаю.
Морковку тоже, зачем она мне нужна? Раз, два, три. Так, что можно еще нам выкинуть? Хмель. Пока выложим. У меня тут хмель, елки-палки, я бегал там, собирал его. Пшеницы не хватает, вот что. Элементарно не хватает пшеницы для того, чтобы нам заварганить еще пару бутылочек. Так, подожди, ребят, я запутался уже. Так, тут сделать. Создать, что мы можем. Что мы можем здесь с вами сделать? Погоди-ка, у меня. А, нужно две. А у меня всего лишь одна. Ни браги, ничего нету. Здесь тоже почему-то не могу выдавить вот этот вот виноград. Хорошо, а если мы другой? Вот, здесь можем и здесь можем. То есть у нас с вами будет сейчас немножко разная партия. Давай еще создадим. Качественный будем. Так, не хватает на качественный. Давай тогда серебряный будем с вами делать. Так, еще хватит на что-нибудь, нет? Все, да? Приплыли. А это только... Да, это только... Это только, ребята, виноградного сока касается. Ух. Так, что у нас тут? Подожди, мы сок с вами получили. Дальше-то что нам делать с этим соком? О! Ну-ка, 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 ну-ка. 6 бутылок. А если не хочу? Если я хочу вот здесь вот. Блин. Как-то невыгодно делать нам. Лучше тогда из вина гнать. Тут намного лучше получается. Смотрите, ребята, 6 бутылок крепкого алкоголя. А если бы у нас еще был бы... Мы могли бы сделать настойку. Слушай, а настойка, интересно, она дороже стоит или нет? Вот, вот этого я не знаю. Я вот этого не знаю. Если бы знать бы, было бы прикольно. Так, воды не хватает нам, да? Чтобы сделать медовухи. Опять же, вода. Ребят, вы представляете, сколько я уже здесь вот сижу, да? Сколько мы с вами тут делаем всего. И все это на одной точке. И сколько на это всего требуется времени. Дофигище просто-напросто. Просто дофигище. И это вот ради вот этого вот алкоголя. Понимаешь? Ради алкашки все это у нас, ребята, здесь делается. 6 бутылок алкоголя. Очень долго ждать. Может быть, пойти да киморнуть? Кружка пива. Нет, я, наверное, слетаю в таверну использовать. В свою таверночку. И... О, скоро, кстати, будет одна звездочка. Дай-ка я доход заберу. Кисленько идет, конечно, все. Кисленько. Так, может быть, все-таки попробовать. Сейчас попробую, ребята, я ему артефакты кидать. Потому что они у меня занимают тут место. Вот этот редкий кинжал, зачем он мне? Продать, говорит, его можно задорого. Кому? Куда? Давай, вот это вот все должно у нас. Слушай, ягодная брага. Нет, не будем пока. Пока мы не будем это все использовать. Так, давай выкладываем. Пускай там народ веселится. Вот, все. Давай попробуем, получится или нет. Отдать медальон жреца. Неправильный порядок артефактов может вызвать апокалипсис. Понятно, ребята. Что? Погоди. Погоди. Фух, я уже думал, что, ребят, мы с вами профукали медальон жреца. Он был отмечен, как будто его нету. Да-да-да-да-да, все, я понял. Так, ты кинжал-то мне отдашь, надеюсь? Отдал. Значит, как ни крути, у нас все вокруг этой отмычки с вами закручено. То есть для того, чтобы нам получить эту отмычку, нам нужно сделать с вами фестиваль. Так, бар, завывало. Медленно ты как-то завываешь. Зазываешь, точнее. Блин. Репутация очень медленно растет. Очень медленно. Поэтому не знаю я. Что мне пока тут можно сделать? Дик, давай с тобой поговорим. Может, у тебя что-нибудь там. Торговля. Чем ты можешь торговать? Ты торгуешь масло из семян и семена конопли. Это все не то, это мне не нужно.
Мне нужны, ребята, ягоды. Мне нужен виноград. Мне нужны либо уже, как говорится, плоды, либо семена. Одно из двух. И я на все, как говорится, согласен уже. Так, Кризвальд, что-нибудь можешь мне сказать? Торговать, что у тебя там? Понятно, у тебя молотки, гвозди, точильные камни. Все, что мне не нужно, короче, у тебя. Этого барахла у меня и так хватает. Торгаша у нас с вами нету, я так понимаю, да? У которого я мог бы что-то там приобрести. Так, ты у нас гончар, да? Ты у нас тут тарелки и кувшины продаешь. Это тоже мне не нужно. Так, я не могу здесь спуститься, понятно. Да елки-палки, куда-то залез. В какие-то дебри. Блин, надо было вот сюда пойти. Давай спустимся, наверное, по дорожке. А мы здесь не пройдем, да? Да, здесь охранник. Вот самое интересное, что меня не впускают дальше вот... О, ягоды. Вот эти ягодки я, пожалуй, пособираю. Кстати, у нас, ребята, на дворе ночь. Ну, ягодная брага нам тоже пригодится. Ну, ты будешь делать-то или нет? Ну, что ты собираешь? Что у тебя, инвентарь? У тебя там место еще? Я не знаю, как... Ребят, смотрите, почему ты не хочешь собирать, а? Да какие цветочки-то? Вот, ягодки мне нужны. Так, темнеет. Смеркалось, да? Ой, а я хотел, ребята, к фермеру зайти. Угу. Это бесполезно, потому что он уже спит. Поэтому у него я ничего не смогу купить. Ладно, тогда пойдемте. У меня, кстати, там трупец валяется, наверное, уже полусгнивший. Дай-ка я возьму все-таки вот этих вот, ребята, поганок. Ох ты! Я на самом деле думал, что... Что инквизитор все, больше не ходит, ребята, а он ходит. Ха. Вот это для меня сюрприз. Мы же вроде бы как бы разобрались с ним. Че он тут забыл-то? Не знаю. Так, ну что, вот мы с вами дошли до нашего морга. И посмотрим, ребята, что там у нас. 73% еще пока вроде как годный. Пускай лежит. По идее, вот здесь он не должен, ребята, портиться. Но все равно почему-то портится со временем. Герри, ты мне ничего не хочешь рассказать? Нет, абсолютно ничего не хочет он мне рассказать. Сделать я тоже ничего не могу. Создавать. Создавать тоже ничего не могу, ребят. Пока. Проблема с ягодами. Очень мало у нас вот этих вот ягод растет. Можно было бы как-то их использовать. Так, смотрите, ребята, алкашечка созрела. Так, все вроде бы, да? Браги нам не хватает. Понимаешь? Если бы было бы много браги. Так, и пшеницы. Браги и пшеница. Ну, здесь вот нам, например, всего лишь вода нужна для медовухи. Как варик мы можем с вами просто набрать целую кучу воды и замутить. Я думаю, что медовуха тоже у нас будет как бы хорошо идти на торговлю. Давай, наверное, замутим. Ёлки-палки, я уж испугался, думал, что произошло. Тут просто у нас туман. Так, 90 воды взяли, этого мало, я думаю. Нам надо еще. Давай. Все? Все? Что, хочешь сказать, всю воду, что ли, выкачали? Серьезно, что ли? Такого быть не может. Вот. Так, а что ты не идешь-то дальше? Как-то странно все происходит здесь. Зомби ходят. А толку-то от них? Что? Что вот вы ходите? Если бы вы что-то приносили бы мне, может быть, от вас бы и был толк. А так ничегошеньки не носят. Так, мы с вами еще получили крепкого алкоголя. Так, мы можем с вами создать две бутылки крепкого алкашки, да? Ну, а здесь, конечно же, нам выгодно. А, у меня не хватает, да, ребят? Все, я понял. Так, медовушка пошла. Пошла медовуха. Так, здесь тоже сможем сделать. Вот, здесь тоже. И здесь... Тоже.
Отлично, ребята. На одной медовухе далеко мы с вами, наверное, не уйдем, но все-таки. Так, создать можем? Да, можем. Ведро ягодного сока. Ать. По-моему, даже обычное, без звезды. Ведро ягодного сока. У нас, видишь, у нас с вами такая вот получается ерунда, что у них разная звездность у наших напитков. Вот, можем, наверное, здесь с вами заварганить. Отличненько. Пошло, пошло дело. Так, и давай посмотрим здесь. Может быть, хватит на что-нибудь? Ну-ка. Есть. Так. Ну, давай, хорошо, серебряную звездочку тоже пригодится. Так, а тут... Вот, мы можем с вами... Мы можем с вами замутить вот такую штуку. Слушай, ну прекрасно, вот в данный момент очень хорошо. У нас практически все, все абсолютно работает. Все производится, медовушка, там все дела. Положить на место этого дядю. И здесь кружка пива. Нам пшеницы не хватает. Нам не хватает пшеницы и хмеля. Хмель у нас, по-моему, здесь вообще в достатке. Поэтому я пойду, ребята, на поля добывать пшеницу. Другого варианта у меня нету. Вот она, пшеничка моя растет, свеженькая, вкусненькая. Прям хоть сейчас сделай хлебушек. Но никакого хлебушка не будет, потому что мы, естественно, с вами будем делать пивасик. Вот, да, ребята, вот надо было мне, да, замутиться с этим, как тебе сказать-то, с этой таверной. Вот теперь расхлебывайся, как говорится. Да что такое-то, я не пойму. Все должно быть четенько. Готовим, готовим. Все, ребята, пшеницы у меня больше нету. Единственное, я могу посмотреть, может быть, у меня где-то в ящиках вот здесь вот. Так, смотрим, хмель, семена винограда. Так, и семена хмеля. Очень много хмеля у меня. Так, это лук, чечевица, морковь, пшеница. Да. Не то, чтобы я хотел. Ладно, ребята. Этот все на морковке сидит. Морковный командир. Слушай, а я могу тебе что-нибудь другой, парень, назначить? Что у нас тут есть? Какие семена? Нет, что ли, ничего? Вообще нет ничего. Ладно, давай уберем. Берем это все. Значит, закупим с вами семена потом в следующий раз. Я не знаю на что. И пускай он у нас будет трудиться. Так, ну что, а в данный момент я набрал себе пшеницу. Правда, не знаю сколько. 39 всего лишь пшеницы я набрал. Ничтожно мало на самом деле. Ну, лучше что-то, чем ничего. Так. Да что же за проблема с водой-то? Я же не понимаю, ребят. Смотрите, мне приходится постоянно тут танцевать возле нее. Только вот так вот почему-то. Ну, давай. Я не понимаю. Он не хочет, ребят. Видимо, заканчивается, что ли, вода. Или в чем проблема-то? Ну что, кемарнем маленечко, да? Потому что у нас с вами энергии мало. Пускай поспит наш бродяга. И пойдем дальше с вами в варгань пивасик. Еще партию сделаем и, наверное, слетаем в таверну, посмотрим, как у нас. Все для чего это делается, ребят? Для того, чтобы получить две звезды. Для того, чтобы я смог сделать конкурс комиков этих, да? Листовки, слава богу, у меня приготовлены. Они у меня лежат в подвале. Так что нам только лишь две звезды нужно. Так, что-то у нас тут наприготавливалось. Так, кружка медовухи, крепкий алкоголь, ягодная брашка. Так, а я могу ведь еще заказать? Должен же мочь. Угу. Закажем. Чтобы не простаивало это все, ребята, дело у нас. Блин, да опять с водой проблема. Что ты будешь делать? Мне уже достало это, серьезно, тебе говорю, за этой водой постоянно бегать, прыгать. Так ладно, он еще ее добывал. Он не хочет ее добывать, воду эту. Понимаешь? Вот так он может. Ведро чистой воды. А как раньше, по капельке. Он не хочет, понимаешь ли. Кстати, ребята, у нас идет с вами день молитвы. Сегодня хороший день, чтобы
ну, помолиться, да, чтобы нам денежек заработать, веры получить. Так что надо это дело не, не прозевакать. Ну что, давай использовать. Где-то у нас эта вода хоть копится? Погоди-ка, я не понял. Сорок одна водичка всего, до этого мало. Вот, 160, вот это уже другой разговор. Взять. Странно, теперь все берется. Как-то непонятно. То берется, то не берется. От чего это зависит? Так. Ну что, все ради медовухи. О, мы можем с вами даже кружку пива замутить. Ну давай, создадим. Так, алкашечка пришла. Так, здесь... Здесь у нас что? Здесь пока все, ребята, глухо. Три алкашечки заказываем. Здесь мы что-нибудь можем? По-моему, здесь уже ничегошеньки у нас не получится создать. Здесь тоже не хватает яблок, не хватает ягод, ничего не хватает. А ну-ка. Давай вот так вот сделаем. Так, ну и этому бродяге, наверное, мы закажем, чтоб... Да что же я его все время беру? Мы закажем ему медовуху. А, тут только пиво. 10 кружек, ребята, можно, да, заварганить. Или же... Ну да, только 10. Ну, заказываем тогда. Пускай делает. Приступил? Приступил к своим обязанностям. Фух, так, там у нас, по-моему, уже медовуха, да, сделалась. Слушай, довольно быстро она делается как-то. Значит, надо нам еще заказать. Так, крепкий алкоголь. Ну что, мы, наверное, с вами поспим. А, нет, какой поспим? У нас молитва, ребят. Поспим. Мы можем проспать с вами все. Так, главное найти. Это молитва о процветании. Это совсем не то, что мне нужно. Господи, а куда я, ребята, оставил эту? Блин, она, по-моему, снаружи там, да, у меня лежит. В каком-то сундуке, я же помню, ребята, что у меня есть. Мне нужно именно на деньги, потому что слишком много здесь у нас подкупа, всякой ерунды идет. Давай смотреть, где-то вот здесь, в каком-то из ящиков я ее выкладывал. Вот она, да? Комбо-молитва. То, что мне нужно. Ну что же, отправляемся с вами в церковь. Тут как раз у нас все это созреет. Мы это все соберем с вами и быстренько в таверну. Надеюсь, там уже хотя бы одна звездочка есть. Так и назовем эту серию, да? Изготовка бухлишка. Подожди-ка, куда мне нужно? Наверх? Блин, я уже запутался, куда идти-то? Так. Че творю? Как... Там же как-то был выход, по-моему, напрямую в церковь. Зачем я такие кругаля тут наворачиваю? Ума не приложу. Так, заходим и читаем, ребята, проповедь. Вот эту создаем. Ну, где там они? Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Да, ты прав, отлично. А сейчас давайте помолимся о благословении. И не забывайте о пожертвованиях, да? Как обычно. Отлично, хорошо, очень прекрасно. Ох, сколько веры, ребята. Не забывайте про пожертвования. Да-да, хорошо, прочитал проповедь. Естественно, мы тебе заплатим. Так, сколько там? По серебрянику. Это хорошо, ребята, сейчас мы с вами заберем денежку. 21 серебряная монета. Отлично. Все, проповедь мы с вами замутили. И теперь нам нужно забирать нашу алкашку. Ага, она как раз у нас вся и созрела. Вся созрела. Забираем это все дело. Кружка, крепкий алкоголь, давай медовуху. Отличненько. Так, а я могу еще что-нибудь здесь заказать? Так, крепкий алкоголик.
Ох, ребят, по красоте. 7 бутылочек. И даже здесь могу. Ай, красавцы. Ай, красавцы мы с вами. А, тут на выбор либо-либо, да? Угу, понял. Так, здесь уже все, водички, да, нам не хватает. Ладно, я думаю, пора отправляться нам в нашу таверночку. Летим. Опачки, одна звезда уже есть. Одна звезда уже есть. Так, подожди, нам не это нужно. Нам нужно с вами зайти сюда и все это расставить на палеты. Блин, я эти, ребята, заберу, наверное, все-таки баранки. Сухарики эти луковые. Толку от них никакого. Никто их почему-то не покупает. О, один. Так, иди сюда. Пивасик выкладываем. Слушай, а винишко-то они сами пьют или нет? Ну-ка, давай проверим, если я выложу. Слушай, выкладывается? Выкладывается, так. Слушай, тут еще и пивасик до сих пор остался. А что, медовуха не идет у нас, что ли? Или идет, ну, плохо? Не знаю, ребят. Ну-ка. Какой-то затишье, что-то там никто у нас ничего не покупает. В чем проблема? Бармен, в чем, я тебя спрашиваю, проблема? Покажи свой инвентарь. А что я ему могу дать? Ягодную брагу? Красный гриб? Или это просто, знаете, как дополнительный ящик? Комедийный стендап. Угу. Веры у нас хватает. Очень много ее. Так, стол. Ну, стол, я думаю, что здесь уже некуда ставить. Поэтому это предел у нас, ребят, с вами. Ну, как ни крути, нам придется, наверное, ребята, заканчивать эту серию. Нам придется ждать для того, чтобы получить 2 звезды. И только в этом случае мы с вами сможем провести комедийный фестиваль. Ну, а сейчас я, наверное, отправлюсь до дома. Лягу в кроватку. Кимарну. Торговля. Так, это мне не нужно, ребята. Перья, яйца, яичница я баловать не собираюсь. А перья у меня еще хватает для того... А, мы можем, кстати, забежать к фермеру по пути и посмотреть. Нет, я уже не успею, ребят. Уже ночь, как всегда. Слушай, а вот здесь я могу набрать воды? Могу, но не хочу. Так бы у фермера могли бы взять с вами семян. Ну, вы поняли, да? И потом заняться своими делами. Мне бы вот какую-нибудь тележечку бы с собой таскать, чтобы можно было, да? Чтобы удобнее было. А то вот не хватает места в инвентаре. Хотя бы зомби, который бы бегал вместе со мной и помогал бы мне с перевозкой, например, вещей. То есть в инвентарь много не поместится, да? А зомби таскал бы с собой какую-нибудь тележечку, как вот этот ослик. И все было бы у нас тип-топ. Ягоды. Вот эти вот я заберу, потом еще с вами... В дальнейшем брашку наварганим. И все будет хорошо. Так. Отлично. Ягодки созрели. Тоже я их, ребят, забираю. Ну, мало. Мало нам с одного куста ягод идет. 4, да, получается? То есть, если бы я мог действительно себе где-нибудь на окраине сделать вот такую вот шикарную плантацию ягод и винограда, было бы все намного проще. Инвентарь практически весь забит. Причем забит какой-то ерундой, которая мне и не нужна на самом деле. Вот здесь вода у меня лежит, и я там бегаю, собираю ее. Так, выложим, наверное, мы с вами. Так, вот эти вот луковые колечки. Зачем они мне? Вот кто мне скажет? Зачем мне вот луковые колечки? Я, честно говоря, думал, что они будут в баре продаваться. Причем на ура. Но я ошибся. Никто их не принимает. В этом нет логики. Логика как раз в том, чтобы их к пивку, ребята. Они очень хорошо идут к пивку. Потому что у Харадрика почему-то в заведении они продаются вместе с пивасиком. Так, что тут у нас? Медовушку можем с вами замутить. Смотри, смотри, зомби пришел сюда ко мне что-то. Пришел, ничего не выложил, ничего не сделал и ушел. В чем прикол? Без понятия. Так, и давай тогда вот здесь вот с вами сделаем еще одну медовуху. Так, мы с вами ягод, да? Ага.
Вот так. Давай, наверное, быстренько это дело переработаем. Ведро яблочного сока. Слушай, а я все вино, да, истратил? Или осталось у меня еще что-то в закромах? Потому что мне надо сделать глоток живительного напитка. А у меня нету. Брагу я пить не хочу. Но недоработал чуть-чуть. Недоработал маленько, не дотянул. Давай-ка, наверное, кимарнем. Кимарнем. Доделаем эту брагу. И все будет хорошо у нас. День, когда должна Шармель петь. Но, к сожалению, пока не в моем баре. Потому что у меня не хватает звездочек. Нужно 3 звезды. И самое интересное, что главнее, чтобы Шармель спела у нас. Или чтобы комедийный фестиваль прошел. Вот этого я пока не знаю. Так, водички нету, да? Быстро как-то она у нас заканчивается, эта вода. Надо в подвал нам провести с вами, я не знаю, какую-нибудь колонку, да? Чтобы мы могли здесь ее добывать, не бегая никуда. Вот. Яблочная брага. 5 бутылочек. Слушай, ну это неплохо на самом деле. А этот так медленно пивасик делает, на самом деле. Очень медленно. Так, что у нас? 6 бутылок алкоголя. 20 кружек медовухи. Прикольно. Хоть опять лети, ребята, в этот, в таверну к себе. Погнали. Дойду, ничего страшного. Блин, серия, конечно, получается немножечко скучная. Туда-сюда, все завязано на приготовление алкоголя. Не, ребят, если вы не хотите, чтобы я вот это все показывал, я не буду. Я буду играть за кадром и показывать уже основные моменты. Так что пишите в комментариях. А если хотите смотреть всю вот эту историю, тогда тоже пишите в комментариях. Так, ну что, у нас палетики немножко вроде бы как разгрузились. По крайней мере, крепкий алкоголь, я вижу, улетел сразу. Самый первый. А вот медовуху и пивко почему-то не особо жаждят люди. И красное вино, по-моему, тоже, да, уходит пока хорошо. Так, пойдем, мы посмотрим это все, ребят, по выручке. Ага, ну-ка. Ну, смотри-ка, смотри-ка. Кружка пива, кружка медовухи, крепкий алкоголь. Крепкий алкоголь, ребята, 20 бутылок только в путь улетает. Смотри. Только ценник, конечно, да? 1,5 серебряных. Ну и всего, ребята, у нас 48, почти 50 серебра получил. И репутации 64%. То есть скоро-скоро будет еще одна звездочка. Еще будет одна звездочка. Так, расскажи-ка мне об алкоголе и палетах. Это все мы с вами читали. Ну что, друзья, отправляюсь, короче, я домой. Да? Ложусь в баньки. И увидимся уже в следующей серии. А у вас как раз будет момент написать в комментариях. Хотите ли вы видеть, как я буду этим барыжничать алкоголем? Или уже будем, когда я получу отмычку деревянную? То есть, когда мы с вами сделаем фестиваль, потом нам в лучшем случае дадут деревянную отмычку, мы вернемся к Гере и уже оттуда начнем с вами смотреть и продолжать видосик. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.